«Приветствую вас, повелитель! Мне сообщили, что в процессе развития вашей колонии муравьи начали складировать мусор и тела умерших муравьев на арене. Давайте организуем для них мусорный бак, чтобы нам было проще убираться. Для этого возьмите пластиковую крышку от минералки или лимонада, помойте ее, ополосните чистой водой и разместите на арене. После чего пинцетом соберите крупный мусор в наш новый мусорный бак. Мелкий мусор соберем с помощью пинцета и влажной ватки. Для этого намочите ватку в чистой питьевой воде, выжмите ее и легкими прикосновениями к крошкам мусора на арене соберите его, ополаскивая ватку в баночке с очищенной водой. Обратите внимание, муравьи помечают стенки арены в местах сбора мусора. Эти метки похожи на нитевидные следы. Сотрите их влажной ваткой, чтобы муравьи более не ориентировались на них. Затем переставьте крышку с крупным мусором в свободный угол арены. Теперь на нашей арене чисто, а мусор и тела умерших муравьев находятся лишь в мусорном баке. Если ваши подданные намусорят в другом месте, перемещайте мусор в мусорный бак, пока муравьи не приучатся выбрасывать его в специально отведенное место в крышке. При возникновении меток вне мусорного бака затирайте их. Нам важно, чтобы муравьи начали помечать крышку. Тогда весь будущий мусор они будут относить именно в нее. Когда мусорный бак будет набираться, мы будем вытряхивать мусор из крышки и ставить ее на место. Ополаскивать при этом крышку не нужно, ведь нам важно, чтобы на ней оставались муравьиные метки, иначе приучать придется заново. Повелитель, как только вы приучите муравьев к мусорному баку, переходите к моему следующему совету.